новогодние покупки. В очередной раз взяла елку, но уже сомневаюсь, может быть, что-то можно найти получше и побольше размером. Пока еще не знаю. Также взяла вот такие вот тарелки, они немножко мне напоминают лед. Также, Наташа, привет тебе, посмотрела твое видео и решила купить вот такой вот наконечник в виде звезды на верхушку елки. Так, ну это такие расходники, для тряпочки взяла такую штучку, потому что у меня какая-то невзрачная там. Взяла вот такую вот елочку и вот такого вот Деда Мороза. Очень прикольные штуки. И приспособила его при входе как место для ключей. Также взяли гирлянду. Она в виде снежинок. Решила елку не из фикс-прайса использовать, а купить что-то получше. Я думаю, заметно, да, что эта елочка выглядит намного круче. Рукавички приобретала в магазине специальном, где всякие игрушки продают. Оленя там же приобретала. Вот такие обалденные сани. Этот снеговичок мне очень нравится, он из фикс-прайса. Олень такой вот мягкий, тоже из фикс-прайса. И вот такие шарики красные и золотые, тоже из фикс-прайса. Такой шар тоже оттуда же. А кто тут у нас? Это из Икеи. И вот такая рукавичка из Уютеры. И снежинка. Тоже из Икеи. Гирлянду тоже мы брали в Икеи. Мне очень нравится наша елка. Я от нее балдею.